Тут я выхожу опять к какому-то зданию приличному. Никаких названий не видно. Видно, что ухожено все. Аккуратно. Вот окрестности. Здорово, очень красиво все. Какой-то ведомственный санаторий. Приятно, жара уже спала, можно спокойно ходить, любоваться, пока еще светло, через час уже будет темно, надо успеть до темна, хотя бы дойти до мыса Айтадор, было бы здорово, я был бы счастлив. Так, а здесь что? Площадочка такая обзорная, ага. Обзорная площадочка. А как же пройти дальше? Ага, роскошные виды какие. Ну, вообще, фантастика. О. Так, ну здесь пару фото надо сделать.